На вызове у попугая Розеллы. У него отрос сильно клюв, наблюдается линька. Видите, да, какой длинный клюв? И также у него очень длинные когти, прям завернутые, как бивни, в разные стороны. Но тут проблема с диаметром жердочки, который нужно будет менять. В будущем использовать жердочки лучше деревянные с горой. В общем, посмотрел я этого попугайчика, подрезал клюв, когти, и вот видите, что стало с клювом. Подточил, подровнял. Наблюдается небольшая одышка. Такая бывает одышка, когда птица не летает.